Всем привет, ребята, с вами снова я. И сегодня, наконец-таки, я снимаю это видео для вас. Та-дам! Сегодня в этом видео мы распакуем мой самый первый бьюти-бокс. Итак, ребят, давайте начнем с того, сколько всего продуктов вошло в мой первый бьюти-бокс. На счет 3 я вам это скажу. 1, 2, 3. И 18 штучек, ребята. 18 продуктов вошло в эту коробочку супер маленькую, супер миленькую. Если честно, я сейчас немножко волнуюсь, потому что это мой первый бьюти-бокс. И несмотря на то, что я снимаю для вас видео каждый день я дарю вам частичку себя. Сейчас я волнуюсь так, словно я записываю видео первый раз в своей жизни. Наверное, это все потому, что это мой первый бьюти-бокс. И я очень щепетильно к нему подошла, к выбору каждого продукта, который попал в этот бокс, я подходила очень-очень трепетно, и я надеюсь, что этот бьюти-бокс вам понравится. И да, я знаю, что вам очень интересно узнать цену моей коробочки, и она очень низкая, настолько низкая, насколько это возможно. Мой первый бьюти-бокс стоит всего лишь 2000 рублей. Несмотря на то, что все продукты, которые вошли в мой бьюти-бокс, в общей сложности стоят больше 7000 рублей. Как вы понимаете, это безумно выгодное предложение для вас, поскольку, покупая этот бьюти-бокс, вы сэкономите более 70%. Я уверена в том, что вам уже не терпится узнать, какие продукты в него вошли. Сейчас я вам все расскажу. Но перед этим хочу сказать одно. То, что первым 500 купившим будет классный подарок плюсом, какой вы узнаете в конце этого видео. Так что смотрите внимательно. И если хотите получить еще и очень клевый подарок, помимо моего бьюти-бокса, то постарайтесь заказать первыми. Ну а теперь давайте смотреть, что же в него вошло. Погнали! И первый продукт, который я достала из коробочки, это пудровая подводка для бровей от фирмы Eva Mosaic. Мне безумно нравится то, что она облегчает мой макияж бровей. Я его делаю буквально за пару секунд. Она очень легко наносится и отлично заполняет просветы между волосками на бровях. И создает такое максимально естественное покрытие. За это она мне очень-очень нравится. И еще раз повторюсь, что макияж бровей ей делается очень-очень быстро. Я ее наношу, распределяю и потом обязательно расчесываю щеточкой, чтобы эффект был максимально естественным. Следующий продукт, который я достала из своего боксика, это маски для лица. Ну, ребят, куда без них? Масками для лица я пользуюсь практически каждый день, если, конечно, я не ленюсь или просто не забываю об этом. В моем боксе вы найдете одну из этих 4 масок от корейской фирмы Seto. Они здесь разные, масочка может попасться абсолютно разная, и, по-моему, это очень круто, что получается такой рандом, что ты типа сюрприза не знаешь, какая тебе попадется. Итак, какие маски выбрала я для своего бокса? Во-первых, маску, сужающую поры, потому что с этой проблемой я борюсь, наверное, лет с 12, и вот эти маски реально очень круто помогают. Дальше, это ягодная маска. Она безумно вкусно пахнет, и просто за ее аромат невозможно ее не полюбить. Она офигенная. Следующая масочка увлажняющая. Ну, тут и говорить нечего, каждой коже нужно увлажнение. И следующая маска для проблемной кожи. Она отлично убирает загрязнения и успокаивает кожу. И да, хотела отметить то, что у этих масок безумно удобное лекало, оно не съезжает ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Короче говоря, мне не очень нравится. В мой первый бьюти-бокс вошла просто какая-то безупречная тушь для ресниц. Я сейчас не преувеличиваю. Это тушь Femme Fatale от Vivienne Sabo. Я не могу себе представить ни один свой макияж без туши, потому что ей я пользуюсь просто ежедневно. Даже в дни без макияжа я себе делаю легкий макияж, в котором обязательно присутствует тушь. А еще у нее безумно удобная кисточка. Если вы смотрите все мои видео, думаю, вы знаете, как сложно мне угодить с тушью, но мне кажется, я нашла идеальную именно для меня. Поэтому именно эта тушь попала в мой первый бьюти-бокс. Следующий продукт, который вы найдете в моем бьюти-боксе, это спонжи Коньяку от фирмы Beauty Fit. Не знаю, пользуетесь вы такими спонжами или нет, но я вас уверяю, если вы хоть один раз воспользуетесь спонжем Коньяку, вас уже будет не остановить, потому что эти штучки делают что-то невероятное с вашей кожей. Да, для тех, кто не знает, этими спонжиками надо умываться. Натуральные компоненты, которые входят в спонж Коньяку, отлично тонизируют кожу, увлажняют ее и, что самое главное для меня, улучшают цвет лица и текстуру кожи. Следующий продукт, который вошел в мой бьюти-бокс, это омолаживающий крем для кожи вокруг глаз. Если вы думаете, что вы слишком молоды для того, чтобы пользоваться кремом под глаза, то вы ошибаетесь. Я тоже раньше так думала, но на самом деле увлажнять никогда не рано. Так что да, в мой бьюти-бокс вошел омолаживающий гиалуроновый филлер 3D от Libriderm, и я этому безумно рада. Я очень рада, что вы можете им воспользоваться, протестировать его на себе и понять, что увлажнять кожу под глазами очень-очень важно. Просто, чтобы вы понимали, в розничном магазине этот крем стоит минимум 1400 рублей, и то это со скидкой. А моя коробочка стоит 2000 рублей, и... Ну, тут как бы вопросов, да, уже не возникает.
Та-дамс! И это подводка Лилас от фирмы Лило. Не знаю, что бы я без нее делала, но знаю одно точно. Не нужно быть художником, чтобы нарисовать идеально ровные линии. Нужна просто подводка от фирмы Лило. И это, ребят, действительно так. Только с помощью нее я могу себе нарисовать стрелки. Ровные. Ну, практически ровные, насколько это возможно. Потому что стрелки мне не поддаются. Но с помощью этой подводки они мне практически поддались. Вся фишка в том, что это не просто подводка с кисточкой, а она идет со специальным колесиком. И с помощью этого колесика рисуются просто идеальные линии. Ее просто невозможно сделать какой-то кривой, косой, изогнутой. Линия получается идеально ровной. Я обожаю эту подводку, и только с помощью нее, повторюсь еще раз, могу рисовать идеально ровные стрелки. Кстати, как вам мои стрелки сегодня? Зацените, пожалуйста, в комментариях. Следующие продукты, которые попали в мой бьюти-бокс, это кондиционер для волос от фирмы Alan Hadash. В боксе вы сможете найти один из нескольких вариантов данного кондиционера, но скажу одно точно. Они все безумно вкусно пахнут и очень хорошо увлажняют волосы. Я почти каждый день себе делаю укладку и постоянно расчесываю волосы, выпрямляю их, сушу феном, и, конечно же, они требуют особого ухода, и мне в этом деле безумно сильно помогают кондиционеры от этой фирмы. Ой, девочки, скоро лето, вот я сейчас даже смотрю за окно, и у меня светит солнце, и у меня просто сердце радуется, но мы сейчас не об этом. Короче, загар, солнце, все дела. Ну, вот у меня, если честно, нет времени лежать на солнце и ждать, когда же я там загорю, когда, а потом еще всякие ожоги, вот это все супер неприятное, поэтому я уже несколько лет пользуюсь автозагаром. И если мне нужно загореть очень быстро перед каким-то важным событием или мероприятием, или перед какой-нибудь съемкой, то автозагар меня всегда выручает. Это вот такой увлажняющий лосьон для постепенного загара. Да, я специально такой выбрала, не просто автозагар, который нанес, и все, ты загорелый. Я специально для вас подобрала такой лосьон, который будет постепенно давать легкий оттенок загара и при этом очень хорошо увлажнять кожу. Это автозагар от фирмы St. Moritz. Я пользуюсь только этим автозагаром и, мне кажется, не смогу перейти на какой-то другой, потому что только ему я доверяю. Также в состав лосьона входит алоэ вера, который отлично увлажняет и смягчает кожу. Можно я тут просто промолчу, ребят? Ну, тут так и все понятно. Это вкусняшки, ребята. Я не могла оставить свой бьюти-бокс без вкусняшек. Я думаю, что вы часто его видели в моих историях. Также, я думаю, вы часто его видели в моих других видео на канале, потому что его я поглощаю тоннами. Как бы это странно ни звучало, но за место всяких разных чипсиков, вот этого всего, я выбираю попкорн. Во-первых, он более полезный. Он приготовлен на кокосовом масле. Он безумно вкусный, и в нем очень мало калорий. Так, например, на эту пачку всего лишь 85 калорий, я могу без зазрения совести схрумать две пачки и не думать о том, что вкусняшки отложатся на моих боках, потому что, как вы понимаете, они безумно низкокалорийные, но тем не менее очень вкусные. В моем бьюти-боксе вы сможете найти один из этих двух вкусов, либо морская соль, либо сметана, зелень и черный перец. Звучит, конечно, странно, сметана, зелень, черный перец, но, ребята, этот вкус, он просто бомбический. Сначала я его не совсем распробовала, а когда распробовала, я поняла, что все, чипсам больше в моем доме не место. Я очень рада, что вы тоже сможете попробовать этот попкорн, если закажете мой бьюти-бокс. Также в моем бьюти-боксе ты найдешь туалетную воду Love Is, которая тебе точно поднимет настроение. Самые сочные, самые модные гурманские ароматы, дополненные феромонами. Это любовь с первой нотки. Следующая штука, ребята, которую я вам покажу, это просто незаменимая вещь. Это бальзамы для губ, но причем не обычные бальзамы для губ, а супер милые, маленькие, красивые бальзамчики, которые безумно вкусно пахнут и у которых просто бомбическая упаковка в форме коктейля. Эти бальзамы для губ от фирмы Моди. Как вы поняли, я их обожаю не только за то, что они очень хорошо увлажняют губы, но и за то, что у них супер яркая и стильная упаковка. В коробочке вы найдете один из этих двух бальзамов, либо с ароматом вишни, либо же с ароматом яблочка. Продолжаю тему волос. Как вы опять-таки знаете, я постоянно делаю себе укладки, вот реально каждый день. Только в выходные иногда я не делаю укладку, но и то всегда делаю. Короче, лак для волос. Для меня это супер незаменимая вещь. Для меня очень важно, чтобы прическа выглядела естественно, чтобы волосы не были склеенными, но при этом они очень-очень хорошо держали форму, потому что у нас такая погода, знаете ли, за окном. То дождь, то град, то снег, то вьюга. И для меня очень важно, чтобы прическа оставалась на месте с утра до вечера. И в этом мне помогает лак для волос от фирмы Got2B. И да, ребят, это не простой лак для волос, который так
и зафиксировал волосы. Он дает эффект подвижной фиксации, то есть локоны смотрятся живыми. Благодаря этому лаку можно создать естественный образ, не перегружая волосы, и что самое главное, прическа будет реально зафиксирована. Повторюсь еще раз, для меня это супер важно, потому что иногда бывают такие дни, когда мы снимаем 24/7, и отвлекаться постоянно на поправление укладки и всего такого у меня просто нету этого времени, поэтому я постоянно пользуюсь этим лаком. Мне этого бутылечка хватает, наверное, месяца на 3, хотя пользуюсь я им реально каждый день. Не отходим от темы волос далеко, сразу же вам покажу свой любимый увлажняющий спрей, которым я пользуюсь почти каждый день, но не каждый день, потому что я голову не мою каждый день, а я им пользуюсь каждый раз, когда мою голову. Короче, знакомьтесь, это увлажняющий спрей от фирмы Tresemmé. Им я пользуюсь в те дни, когда я помою голову, сразу после того, как я их немножечко подсушу полотенцем, я наношу этот увлажняющий спрей. Я не хочу сейчас говорить, как он вкусно пахнет, потому что мне кажется, когда я расскажу аромат, который он издает, вы сразу же захотите что-то вкусненькое съесть. Вот у меня все время такое желание возникает попить какое-то какао с каким-нибудь ореховым сиропом, потому что он очень вкусно пахнет орехами. Формула данного спрея идет с кокосовым молоком, за счет которого в спрее офигенный аромат. Также в состав входит алоэ вера, и эти компоненты в совокупности дают офигенный увлажняющий эффект на волосы. Повторюсь еще раз, я не знаю, сколько раз за это видео я сказала, что я делаю себе укладку практически каждый день, но это реально так, и состояние моих волос иногда, конечно же, желает лучшего, но этот спрей меня безумно сильно спасает, потому что он дает результат практически с первого применения, волосы становятся увлажненными, их безумно легко расчесывать, и они просто вкусно пахнут. Ну и как результат, волосы выглядят здоровыми и блестящими, так что эту штучку я просто обожаю. Тема волос еще не раскрыта, как вы поняли, я мою волосы не каждый день, иногда мне бывает лень, а иногда я специально это не делаю, спросите зачем? А мне просто лень. Сухой шампунь. Да, ребята, в мою коробочку вошел сухой шампунь от фирмы Батис. И я безумно этому рада. Во-первых, я безумно рада, что вы познакомитесь с этим продуктом, если вы с ним еще не знакомы. А это самый офигенный сухой шампунь в мире. У фирмы Батис есть множество разных ароматов сухих шампуней. Мне нравятся абсолютно все. Но в свою коробочку я решила добавить именно этот Батис Тропикал. Во-первых, потому что совсем скоро лето. А во-вторых, потому что он безумно вкусно пахнет. Ну и да, ребят, сейчас я вам расскажу, как правильно пользоваться сухим шампунем, потому что раньше я не любила сухой шампунь, и оказывается, я просто не умела им пользоваться. Итак, самое главное, перед тем, как воспользоваться сухим шампунем, я предлагаю расчесать волосы. Это очень важно. Далее мы наносим сухой шампунь. Просто обильно-обильно им запшикиваем корни волос. Далее сразу же берем расческу, расчесываем снова свои волосики, и вот сейчас очень важный момент. Нам нужно полотенце или какая-нибудь другая тряпочка, с помощью которой мы будем удалять, во-первых, излишки сухого шампуня, которые остались у нас на волосах, и, во-вторых, таким образом, насколько я понимаю, мы сразу же и убираем излишки жира, которые как раз-таки нам нужно убрать, которые как раз-таки и удаляет сухой шампунь, он впитывает в себя вот это вот все, а потом мы просто все убираем полотенцем. Короче, технология. Расчесались, попрыскались, потом опять расчесались, и потом уже потерли свои волосы полотенцем. Все, ребята, готово. Ваши волосы выглядят так, словно вы их помыли пару часов назад, а не так, словно это третий день с чистой головой. Да, ребят, в моем бьюти-бокс вы сможете найти антибактериальный гель для рук от фирмы Леврана. Я безумно этому рада, потому что это незаменимая вещь, как сейчас, так и раньше была. Я думаю, она всегда незаменимая, потому что нужно держать свои ручки в чистоте. Кстати говоря, этот гель необычный, в нем не содержится этилового спирта. Это очень важно, поскольку гель не будет пересушивать кожу рук, плюсом ко всему не будет вот этого едкого непонятного запаха. У этого геля для рук офигенный ненавязчивый аромат масла чайного дерева, цитрусовых и гвоздики. Когда нюхаешь, ловишь какой-то определенный кайф и релакс. У меня сразу идет ассоциация с баней, наверное, за счет масел, которые входят в состав этого геля. Да, ребят, сразу захотелось в баньку. Сразу хочу сказать, что следующий продукт, который я вам покажу, это несъедобная штука. Как бы не хотелось ее есть, она несъедобная. Когда вы его сейчас увидите, вы поймете, о чем я. Та-дам!
Даже Денис, когда впервые увидел эту штуку, думал, что это какая-то конфета. Я ему минут 5 пыталась объяснить, что это не еда, а это скраб для лица. Да, ребят, это такой милейший скраб для лица от фирмы NeoKea. Хоть он и выглядит как какая-то мороженка, все-таки он несъедобный. Но пахнет он безумно вкусно, и его реально хочется съесть. Этот скраб отлично очищает и отшелушивает кожу и помогает бороться с черными точками. У меня проблема черных точек возникла еще в подростковом возрасте, и я знаю, о чем я говорю. То, что скраб для лица найти классный и хороший, достаточно сложно. В состав данного скраба входит молочная кислота, и она очень хорошо помогает устранять воспалительные процессы на коже. Так вот, ребят, этот скраб активно борется с загрязнениями и очень хорошо питает и матирует кожу. Следующий продукт, который я вам хочу показать и который вошел в мой первый бьюти-бокс, это матовые помады. Кстати говоря, что вам нравится больше, блески для губ или матовые помады? Скорее пишите в комментариях. В свой бьюти-бокс я подобрала вот такие матовые помады от фирмы Рилуи. Они очень хорошо держатся на губах, не пересушивая их, и у них отличный матовый финиш. Эти помады очень стойкие, приятные и комфортно ощущаются на губах и держатся на них целый день. В коробочке ты найдешь один из топовых весенних оттенков. Да, ребят, продолжаем тему макияжа, и помимо матовых помад в мой бьюти-бокс также вошли еще и тени для глаз. В коробочке ты найдешь один из этих трех матовых оттенков. Это тени от фирмы Landa Branda. Для меня очень важно, чтобы тени были стойкие, при этом легкие в нанесении, и мне кажется, я такие нашла. Тени, которые я подобрала в свой бьюти-бокс, будут с матовым финишем. Я считаю такие тени универсальными, их можно использовать как ежедневно, так и комбинировать с различными перламутровыми оттенками, так что такие обязательно нужно иметь в своей косметичке. Также тени от фирмы Landa Branda можно носить различными способами, как сухим, так и влажным, используя кисть или аппликатор, или, допустим, вообще кончики своих пальцев. Так, ребят, а сейчас я вам расскажу про дополнительный бонус для моих самых активных зрителей, которые одни из первых закажут мой бьюти-бокс. Для вас будет подарок. Итак, ребят, первым 500 покупателям к каждому бьюти-боксу будет еще прилагаться подарок. Это вот такая офигенная записная книжка, но она необычная, она с черными листами, и, как вы понимаете, к ней нужна особенная ручка. И, конечно же, эта особенная белая ручка будет идти в комплекте с этой особенной черной записной книжкой. Если хочешь получить такую записную книжку в подарок, то скорее заказывай мой бьюти-бокс по ссылочке в описании. И только первым 500 заказавшим в подарочек я положу вот такую записную книжку. Как вы понимаете, коробочка получилась просто бомбезной. И что самое главное для меня, заказывая мой бьюти-бокс, вы экономите более 70%. Поскольку все продукты, которые вошли в него, стоят больше 7000 рублей, а вам они достаются всего лишь за 2000. Плюсом ко всему доставка по России, Казахстану и Беларуси бесплатная. Заказать мой первый бьюти-бокс вы можете по ссылочке в описании. И смотрите аккуратно, он продается только на сайте Royal Samples, больше нигде. Остерегайтесь мошенников. Как вы понимаете, ребят, количество коробочек очень сильно ограничено, это лимитированная коллекция, поэтому если ты хочешь заказать мой первый бьюти-бокс, то поторопись, потому что, мне кажется, они быстро разлетятся, и больше уже таких коробочек не будет. Я старалась подобрать для вас самые крутые продукты, чтобы для вас это было очень-очень выгодно. Так что я буду очень рада, если вы поддержите меня и закажете мой первый бьюти-бокс. Ну а на этом видео подошло к концу, я вас очень сильно всех люблю, благодарю вас за просмотр, и до скорой встречи, всем пока! Так, стоп, ребята, если вы думали, что это видео будет без приветов, то вы плохо меня знаете. Конечно же, прямо сейчас я хочу передать приветы своим самым активным подписчикам, которые оставляли очень много комментариев под моими предыдущими видео. Итак, на счет 3 здесь появятся ваши комментарии. 1, 2, 3. Тык! Итак, ребята, огромный вам привет. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо, что их комментируете. Спасибо, что ставите лайки. И вообще, спасибо за то, что вы есть. Я вас очень сильно всех люблю. Ну а если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то просто оставь комментарий внизу под этим видео. И, возможно, в одно из следующих видео попадешь именно ты, и я тебе передам приветик.